Пока никаких следов Ратланда. Нам удалось узнать, что он тут делал? Нет, но есть еще кое-что. Винстон сказал, что твой отец разрабатывал это место еще до твоего рождения. В этом нет ничего удивительного. Случается время от времени. Если с остальным не сложится, я смогу заняться открытыми. О, вы только посмотрите, как эти термиты тут все изгадили. Это никуда не годится. Похоже, они вошли не с этой стороны. Есть идеи? Посмотрим. Мне лучше всего думается, когда я прыгаю с обрыва. Вода замечательная. Я так скучала по Гане. Эффектно, но непрактично. Закон жизни. Лара! А ты, я смотрю, времени зря не теряешь. О, смотрите-ка, это же Ратланд. Не желаешь спуститься поболтать? Только если ты меня подстрелишь. Удаленные отношения обычно заканчиваются плохо. Я бы пожелал тебе удачи, но... сама понимаешь. Алистер должен на это посмотреть. Он все еще пытается выяснить, откуда взялись эти обломки меча. Пока здесь только... Совсем не древний. Парни Ратланда, наверное, ездят на нем. Я уже это видела. В записной книжке отца. Он был здесь. Он все еще где-то здесь.
очень эффективно для ловушки. Она не работает. Что-то заклинило. Этот канал ведет прямо к колесу. Без пары тысяч колонн воды это колесо не заработает. Другого способа все равно нет.
колеса все еще вертятся? Посмотрим. Больше не строят. Я скучала по Гане. Чудом избежала смерти, как я погляжу. Вот ты где, Алистер. Ты узнал что-нибудь о фрагменте меча? На самом деле сразу несколько вещей. Я попробовал по рисункам на артефакте представить, как могло бы выглядеть все изображение целиком, и вывел следующее. Оп, у нас проблемы. Алистер? Зип? Странно. Слышите? Мне это совсем не нравится.
Столько спутников в компьютере, а разговаривать все равно приходится с самой собой. Этого тут быть не должно. Моей дорогой Амелии, твой навеки. Ричард, это моя мама. Зип, ты меня слышишь? Где же ты? Thank you.
значит, ты тоже явилась за ключом Галали. Превосходно. Попробую притвориться, что не знаю, о чем ты. О, ты знаешь. Это то, что соединяет осколки меча. Штуковина размером с кулак. Если верить Аманде, она тут. Что ты знаешь об Аманде? Где она? Хм. Так значит, твой отец проводил тут какие-то раскопки, да? Знаешь, Аманда подумала, что, возможно, он отыскал ключ. Я не знаю, о чем ты говоришь. Лучше расскажи мне про осколок меча, которым ты так любишь размахивать. Ха-ха. Ну, я уделил этому немного времени и кое-чего добился. Позволь, я тебе покажу. Хорошо, сделаем по-твоему. Что, хотела бы уметь так же? Что, хотела бы уметь так же? Хорошо. Сделай. Черт побери, Лара. Это... Тебя. Нравилось? Получи еще. А как тебе вот это? А? А как тебе вот это? А? Что, хотела бы уметь так же? А как тебе вот это? А? А как тебе вот это? А? Что, хотела бы уметь так? Хорошо, сделаем. Черт побери, Лара! А как тебе вот это? А? Хорошо, сделаем такое. Ты ведь знаешь, что это бесполезно. Я уверен, что ты поменял. А как тебе вот это? А? А как тебе вот это? А? Эй, что ты делаешь? Я думал, археолог, аккуратнее. Хорошо, сделай. А, у тебя тоже есть? Мои больше. Что, хотела бы уметь так же? Что, хотела бы уметь так же? Хорошо, сделаем. Что, хотела бы уметь так же? А как тебе вот это? А? Черт побери, Лара! Черт побери, Лара! Я ведь правда тебе не враг, Радланд. Это не осколки, они созданы с тем, чтобы соединить и разъединить их снова. Ключ Галали? Я полагаю, ты не захочешь рассказать, откуда они взялись? Крестовые походы? Король Артур? Я не интересуюсь историей. Ну что ж, тогда почему бы тебе не остаться здесь и не подумать о своем будущем? Но сделай так, чтобы меня в нем не было. Может, твой отец и не нашел ключа Галали. Но Аманда этого не знает. И сейчас она находится в твоем особняке. Надеюсь, у тебя хорошая страховка. Лара! Наконец-то! Я пыталась дозвониться целую вечность. Что случилось? Эта женщина вломилась через парадную дверь. У нее было какое-то... Даже не знаю, что это была за чертовщина. Это было как черный дым. Я скоро буду. Нет, у нас все в порядке. Следуй за ней, она направляется за еще одной частью меча. Что? Куда? В Казахстан, я нашел фото. На нем есть те части, которые ты уже нашла. Хорошо. Проведите инвентаризацию и попробуйте найти нечто под названием «Ключ Галали». А мне тем временем предстоит сменить климат на более холодный. Надеемся потеплее. А я хочу померзнуть.